никогда не летал в отпуск на Тибет и не видел, как в печах Урала тает сталь. Но знаю точно я, на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем этот фестиваль. Свет, который... Кто это сделал? Кто это шил, я спрашиваю? Дим, ну, Сочи, море, фестиваль, расслабься. Если я расслаблюсь, тебе пуговица и башку снесет. Вы что, решили меня опозорить? В то время, как я на фестивале получил такую высокую должность. Швейцара! Выше. Че выше? Голову выше. Волков, не понял. Ты что, на сцену в тональном креме, что ли, вышел? Да, чтоб Александр Васильевич синяков не видел. Александр Васильевич за 20 лет фестиваля столько синяков видел. Быстро мой костюм сюда. Так, все пришли? Да. Ну а что стоите-то? Чё? Давайте, поехали. Давай. Дамы и господа, фестиваль продакшн представляет! Минуточку! Дим, у меня вопрос. Что за несправедливость? На фестивале из команды только тебя узнают. Действительно. Ну, давай я тебе шрам через все лицо сделаю, тебя тоже узнавать будут. А что, прям пальцем будут показывать? Прям будут говорить, смотрите, это этот из Сока пошел, которому Колчин лицо распанахал. Дим, ну ты че? А что ты боишься? Дим, что ты переживаешь, а? Что ты боишься, я тебя спрашиваю, а? Гвоздь новый в масле еще, что ты боишься-то, я не понял. Вы че, осмелели? Как трудовик на выпускном, а? Быстро показывайте, что подготовили. Для нашего юбилейного фестивальшки, да. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать. Так, что? Что это такое? Это что за дальняя дорога и казенный дом? Я с кем разговариваю? Вот так вот, да, хорошо. Кто старший по масти? Ну, я один раз сидел. Вы совсем, что ли, да? Ладно, сидите в своей черепахе, а я пойду на море искупаюсь. Все, ухожу. Топ. Ухожу уже. Ой, какая вода холодная. О, хорошо как. О, медузы плавают. Вроде ушел, валим! Ну, не дебил, а. Так, ребят, все, давайте, идите отсюда. Я вас выгоняю из команды, уходите. Все, сейчас новых упырей себе наберу. И так объявляю набор в команду. Следующий. Оу, селянка. Хочешь большой и чистый мужчина к тебе сегодня в номер придет? Считай, ты в команде уже, иди. Следующий. Так. Да что ты будешь делать, а? Вас сколько таких на фестиваль приехало? В аду уже народа не осталось. Сатана уже идет прям. А где из третьего котла, товарищ? А он на 20-м юбилейном, где же мог быть-то? Тебе что надо? Я хочу умереть. Товарищ, вы, если легкой смерти ищете, это вам не ко мне. Это вам надо у таксистов вина купить, понятно? Все, давайте, идите отсюда. Дима, не догоняй нас, пожалуйста. Дим, мы в сезоне справимся, мы больше так не будем. Ну ладно, черт с вами, оставайтесь. Вы лучше расскажите, что у нас там в этом году по соперникам. Много хороших команд появилось. Да? Да. Только в премьер-лиге в этом году два чемпиона. Два чемпиона в премьер-лиге? Александр Васильевич, а сын-то сделал двух чемпионов. А если пельмени вернутся? А ты фистал выпей, пельмени не вернутся. Чего вы дергаетесь-то, я не понимаю, а? Так, все, давайте, идите отсюда, мне с Александром Васильевичем надо с глазу на глаз поговорить. Только мы с тобой одни на целом свете. Александр Васильевич, я по делу.
Это в привычку у тебя уже входит. Я по вашей просьбе ответил на все письма, которые приходят в адрес нашей передачи. Ну-ка, ну-ка. Поподробнее с этого места. В целом все хвалят деятельность клуба. Да, но есть одно письмо, на которое вам лучше ответить самому. Уважаемый Александр Васильевич. Уважаемый Александр Васильевич, моя мама участвовала в передаче «А ну-ка, девушки», которую вели вы. Папа снимался в «Александр Шоу». Я играю у вас в КВН, а сын мечтает попасть в «Минуту славы». Когда вы оставите наш род в покое? Аркадий Д., город Харьков. Ну вот это, собственно, единственное. А все остальные поздравляют фестиваль с юбилеем. И я в том числе. Поздравляю. А закончить наше выступление я бы хотел, рассказав случай из жизни фестиваля. Это было буквально пару дней назад. Просыпаюсь, так знаете, раненько. Ну как раненько, не ложился. Вот. Да и думаю, по набережной прогуляюсь. Выхожу, значит, и вижу, навстречу мне Александр Васильевич бежит. Ну, не утренняя пробежка, как обычно. Вот. И я, знаете, так застеснялся, так спрятался за пальму, стою, наблюдаю. Он бежит такой, бежит, раз и в магазинчик забежал. Вот. Я смотрю. Он, продавщица говорит: скажите, пожалуйста, а у вас есть сок? Она говорит: Александр Васильевич, извините, нет. Он говорит: ну, а у меня есть. И дальше побежал.